Всем доброе утро. Вот он этот момент, когда приезжаешь на рыбалку. Красота, тишь, гладь, птички поют. Я немножечко сегодня запоздал, время, конечно, 5:30 утра. Итак, ой, рыбка плещется. Вообще, сейчас нерест идет, я не знаю, но как с клевом будет, нужно ли прикармливать, не нужно, попробую на дальний заброс сейчас вообще половить на поплавок. Я вообще сегодня чисто за поплавочную ловлю, сегодня ни на донки, ни на стаканы, ни на что. Сегодня чисто поплавок, поплавочная ловля. Я не знаю, поймаем мы что-нибудь, не поймаем. Будем пробовать. Насадка у меня. Из насадки червь у меня. Также у меня есть опарыш. Есть у меня еще манка, которую я делал. Манная болтушка. Вот ее попробовать тоже. Ну как что, пока не знаю. Мне кажется, крючок, конечно, большоват. Но попробуем. Так. Вот так. Червяки еще остались с прошлой рыбалки у меня. Рыбка гуляет, плещется. Красота. Не успел заснять, ребят. Смотрите, какой красавец. Это подлещик. Вот это красавец. Ух, супер. Со дна я на червячка взял. Блин, я не ожидал, если честно. Не ожидал. Тихо. Иди сюда. Вот это красавец. Сюда его. Пусть идет, плавает. Вот так. Блин, тут бы, конечно, привязать бы куда-нибудь. За корешки. Вот так. Я думаю, не убежит. Аж рогатку вытащил. Запуталась. Азарт. Пока никого нет. Ну, клюнул, конечно. Он классно. На червяка. Червяка всего положил, тоже достойно. Тут мы этот кусочек червяка назад. Думаю, будет интересно. И клюнул быстро. Долго ждать не пришлось. Прям положил поплавок. Единственное, плохо рогатку не вставить. Тут камни. Дно каменное. Гляньте на этого красавца. Грамм 200-250, наверное. Не всегда на донку такого поймаешь, а тут на поплавок. Ах, класс. Вот он отдых, вот она природа. Ты наедине с природой. Но это место очень популярное, поэтому сейчас, наверное, еще время пройдет, люди подтянутся.
рассвет. Но что-то поклевок нет. Вот одна и все была. Но всплески, как видите, вообще. Надо, наверное, прикормить. Возможно, эта идея плохая, прикормить. Ну, надо попробовать. Срач, как всегда, все везде валяется. Думал, много не надо, так, чуть-чуть. Смотрите, друзья, я сделал глубину поменьше, поставил в пол воды. Гляньте, как шуршит камыш. Повели, повело. Что-то повело. Сделал поменьше, поставил в пол воды, потому что, ну, не прям в пол, но ничего не брало со дна. И надел червячка. Опарыша решил вообще снять. И вот первые поклевки. Не заставили себя долго ждать, повело, но чего-то ничего не попалось. Но я думаю, что это пока мелочевочка, потому что я все-таки прикормил шоколадкой. Я в этот раз не заморачивался, у меня времени было очень мало, поэтому я взял, там, я не знаю, полтора года, наверное, этой прикормки. Я ее все закручиваю в пакет, чтобы она не отсырела. И пользуюсь ей, и она меня неоднократно выручала. Этот пакетик один несчастный, когда нету времени ни горох сделать, ни пшеницу, еще что-то. То есть, ну, как бы, вообще красота. Поэтому, кто не пользуется, не любит покупные прикормки, советую приобрести хотя бы один любой пакет. Это, ну, не реклама, ничего. Просто когда вот бывает, ну, нету времени действительно вот что-то варить, изобретать, делать, то вот это вот, ну, уже готовое, придуманное за вас, она будет всегда под рукой. И вы вдруг, если что, вы всегда сможете ей прикормить. Она иногда может вас выручить. Опа, гляньте, уже стащили. Офигеть. Ладно, это, наверное, сильно маленькое. Чуть больше сделаем. Клюет только на червя. То есть как-то вот опарыш рыба вообще не воспринимает. А я червя вчера не поехал, не купил. Я боюсь, что из-за этого я сегодня буду с носом, вот с одной рыбкой. И больше у меня ничего не будет. Как бы не хотелось, конечно, такой вариант развития событий. У меня тут еще крючок, конечно, такой прям стоит добротный. Его, наверное, нужно поменять. Поставить поменьше. Но я думаю, нерестится не только крупная эта рыба, но еще и мелочь тоже гуляет, поэтому, чтоб хоть немножко мелочь отсечь, иначе можно заловиться мелочи. Плюс, я же говорю, прикормили. Если честно, не люблю дальний заброс, удочку. Люблю, когда удочка, поплавок идет монолитом, и нету вот этой вот безинерционной катушки. Так как-то рыбу ты больше чувствуешь и больше азарта. Ощущаешь, что именно ты ловишь на поплавок, а не на что-то там другое.
что-то очень неактивно вообще, вот пару тычечек и все, и рыбка уходит, опять пару поклевочек уходит. И это вот сейчас вот я реально в пол воды ловлю, сантиметров, наверное, ну, 50, может, 45. Ну что, друзья, я решил немножечко поменять тактику. Что я сделал? Я перевязал крючок, поставил поменьше, сделал, получается, глубину прям со дна. Дробинки сползают. Потому что, думаю, раз рыбка не рестится, она не захочет большую наживку, она будет клевать на маленькую. Вот. И сделал прям со дна. Поплавок практически лежал. Сейчас увидите. Но это я близко сильно кинул. И поймал карасика. Поймал хорошего карасика. Прям такого с ладошечку. Я был очень этому рад. И сейчас азарт возрос. Сейчас еще хочу. Вот, надеюсь, видно, как он стоит. То есть меньше крючок получается, и прям со дна, ну, свой результат показал. Будем пробовать на манку. Червяка пока уберем. Что-то на него вообще поклевок нет. Так, пару тычек было, и все, и как бы на этом все закончилось. Попробуем на маночку. Как бы не факт, далеко не факт, что тоже будет все так замечательно. Блин, вот я как и говорил, что не стоит полный шприц набирать. Она еще у меня... Ух, ё-моё. Шприц старый. Вот это проблема. Конечно, у меня просто еще было в этом... В холодильнике. Ну ладно, давайте сделаем вот так. Маленький кусочек. И вот так. Не знаю, получится ли из этого что-нибудь путное или нет, но рыбалка, она тем и прекрасна, что можно экспериментировать. Так. Давайте глянем. Ни хрена себе, ребятки! Ни хрена! Тихо, тихо, тихо. Это что такое? А, это сомик. На манку взял. Вот это да! Блин, на его надо аккуратно, потому что он режется. Красавец, чё сказать? Вот это да, на маночку. Вот эти вот шипы его крылья. Они очень сильно режутся. Надо вот так их. Ох, как он заглотил. Ну, в принципе, как всегда, они жадно глотают. Есть. Вот это он взял. Сразу причем. Иногда так бывает, собираешься поклевку заснять и не можешь, а тут на тебе сразу, красота. Блин, ну в этот раз я, кстати, полотенечко, видите, взял. Угу. Вот это мне уже нравится, конечно. И надо фрикцион подтянуть.
Нифига себе, практически сразу поклевка. Не ожидал. Хотя в манку я ничего не добавлял. Ни дюпов, никаких дополнительных запахов. Просто манка... А, ну, добавлял только сахарную пудру. На 1/4 и... Где-то 1/4 чайной ложечки. Все, больше я ничего не добавлял. Не получается никак заснять поклевку. Но вот такой вот красавец на червячка. Долго ждал, минут, наверное, 20. Еще один красавчик, друзья. Ну, извините, что не получается заснять поклевку. Ну, вообще, очень вяло клюет. Даже поставил вторую удочку. Одна рыба где-то, ну, минут 40. Есть! Наконец-то я заснял эту поклевку. Лишь бы не сошел. Вот он, красавец. Наконец-то. Ой. Вот такие вот клюют красавцы. Но очень редко. Вот надо прям вот, знаете, бросить ему прям под рот. Надо перебрасывать. Ой, ну это, конечно. И еще такая вот деталь. Нужно жало прям максимально закрывать и червячка сажать, обновлять. Иначе, ну, что-то она, рыбка не хочет клевать. Надо каждый раз обновлять червячка, либо добавлять и жало прям максимально скрывать. Пусть там будет кончик висеть, пусть он там будет за этого червяка тянуть, но... Цевьё ж, да гляньте. Должно быть скрыто. Сорвалась, поспешил, блин, дурак. Не надо было спешить. Ну все, перезабросил. Две удочки. Сюда червяка поставил и сюда тоже червяка поставил. Так, думаю, можно теперь попить чайка. Опа. Термос у меня вот этот маленький с собой беру. Не знаю. Чай, конечно, сохраняется не очень. Он еще и протекает, тем более. Ну... Тем не менее, чаек, ну, в течение полудня горячий, пить можно. Ну, правда, заварю я его сразу, не с вечера, как старые термоса. С вечера заварил и все. А клёва нормального нет. Ну вот, не попить. Горячий прям. Не попить. Но это недолго. Он недолго держит. Так. Ну что ж. Всем, друзья, приятного аппетита. За ваше здоровье. Выбирайтесь на рыбалку, ловите, отдыхайте на природе. Главное, не мусорите, потому что вот этот вот мусор, который вот все бросают, ну это, конечно, вообще свинство. Берите пакет, увозите за собой, убирайте. Ну что, две бутылки было лень увезти или тяжело?
Ребята, на зеленую наконец-то поклевка, смотрите. Выкладывают, выкладывают, выкладывают. Есть. Есть. Наконец-то, да, долго я ждал. Долго. Красавчик. За верхнюю губу. О, красавчик. Карасиная поклевка. Ну супер прям вообще. Согласитесь же вообще. Вот прям верхнюю губу. Да, вот на такой рыбалке, когда вот поклевку долго ждешь, и как бы если ты по каким-то обстоятельствам тебя не получается вытащить, то ты как бы остаешься без рыбы, то есть, ну, долго. Поэтому крючки должны быть всегда острые. И вот точилочка, которую я вот показывал, тоже очень такая хорошая вещь. Имеет смысл ей пользоваться, чтобы подтачивать крючки. Ну, тут еще червяк нормальный. Вот это вторая рыба. И нормальная поклевка. Есть. Красавец, красавец. Ух. Красавец. Вот это красавец. Хорошо взял. Иди домой. Ух. Класс. Вот этот взял вообще шикарно, я бы сказал. Сейчас мы. Ну, червячка. Люблю такую рыбалку, когда вот клюет, пусть и редко, но метко. Ребята, есть еще один. Есть, есть. Взял еще один. Красавчик. Какой красавец, а? Иди. Пора собираться, друзья. Класс, рыбалка супер. Ну что ж, спасибо озеру. Будем вытаскивать наш с вами улов. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился улов. Вот такой вот улов. По-моему, супер. Все. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч. Озеру
Спасибо.